А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 и бороздить просторы Европы. Слушайте, у нас Scania такая старая почему-то. Салон такой древний. А, это старая моделька, понятно теперь все. Так, везем пшеницу. Расстояние небольшое, там 300 км. В Бакеу. Почти в Баку. В Бакеу. Так. Четверг. Утро. А, ну, как бы спать никто не будет. В салоне... О, в салоне есть навигатор. Поехали. Так. Что там? Расходик. Температура. Давляк. Топливо. Ну, давайте расходик. Как обычно. Как обычно расход. Нам, в принципе, больше ничего не надо. Наверное. Я так думаю. Потихонечку поехали. По зеркалам, как обычно, не смотрим. Сейчас этот еще прицеп перевернем. Как он там называется? Это штанар, да? Или как его зовут? Ну, для меня самосвал. Хрен его знает. Кто шарит, в комментах напишет. Наверное. По желанию. Так, едем. А, кстати, город. Город новый. Ух ты, блин, а тут что такое? Слушайте, ну посмотрим, в Бакео, если будет заказик в Брашов, я бы прокатился, что-то непонятное. Вообще, в идеале вот эти 1, 2, 3, 4 города проехать было бы неплохо из Бухареста или из Руси. Вот так вот. Не знаю, посмотрим. А там маршрутик неплохой. На расход. Ничего так. А что у нас по характеристикам? 480-е. Слабенькая. О, нифига. Трафика просто миллион появилось из ниоткуда. Что происходит? Кажется, вот этот фольц обновили, да, или нет? Или мне кажется? По-моему, обновили. Он раньше по-другому чуть выглядел. Это ж Тауран или как его? Вот же черти. Еле ползут. А пилёк еще нифига не едет. Ну ты, блин. Чуть не въехал в сраку. Капец. Или то я накатом так с горочки разогнался. Что там у нас внизу происходит? Железка. Такое ощущение... А, то дорога. Думал, еще один путь должен быть, но его не было. Так, ну в принципе правый ряд у нас самый удачный, потому что все с него куда-то сваливают постоянно. С левого никто никуда не сваливает. Нам надо в левый ряд. Так что тут хочешь, не хочешь. А, мы здесь ездили. Я помню это место. Погнали прямо прокатимся уже тогда. По кольцу ни разу в жизни не ездили. И в принципе тут такая дорога, что нам никогда в жизни не нужно будет по нему ездить. Поэтому думаю, что можно и заехать на него. И куда-то собрался поворачивать. Тут как бы разметки нет. Если разметки нет, то водители сами определяют, сколько тут рядов. Но у них правила непонятно какие. Так, гаражик. Ничейный. Там какой-то фурик стоит. Реально фурик стоит. Что-то я до этого не замечал, чтобы гаражики когда продаются, чтобы там фурики стояли. Было прикольно, да, такое? Можно купить гараж, а там типа фурик сразу. Например, разваленный весь. Его нужно ремонтировать. Или продать. За бесценок. Интересно, так ступеньки стояли специально, чтобы зацепиться можно было. Заправка недоделанная. СТОшечка. Так, ну мы едем потихоньку. А, так мы, получается, по этому маршруту ездили, но там... Мы не доезжали до этого города. Я даже помню, что мы здесь по встречке катались. Как вот сейчас. Идеально, даже на бордюр не наехал. Вот это водитель. Ух ты, а как они туда заехали? Там вроде проезда нифига нет. Ну, летим. Мустанг. Еще один мустанг. Альфа. Ух ты, блин, я думал, не остановлюсь.
по хитрожопому сейчас проедем. Через заправочку. Она, кстати, не рабочая. Никого нет, вроде никого. Так, фордяк что-то тупить начинает. Ага, понятно, почему он тупит. Нам нужно дальше. Мерсик, что ли? Мне кажется, у него номера должны быть не на бампере, а на багажнике, судя по выемке. Да, Мерсик. Не помню, был он раньше в игре, не был. Так, расходик у нас падает потихонечку. Мы еще с фарами едем, которые нифига не светят, как обычно. Блин, мне кажется, мы можем опрокинуться. Да, особенно если тормознуть в повороте, то точно можно убраться. Заправочка. Петрин. Петруньки. Сейчас кого-то, наверное, словим по пути. Сколько мы едем? 120. Неплохо. Ну, кстати, закладываем нормально, без приключений. Стоило только сказать, закладываем нормально, без приключений. Груз целый, зерно не бьется. Да как бы, на секундочку. Так что все отлично. Зерно не побить. Хотя не удивлюсь, если здесь оно побьется. Вышка сотовая, наверное. Отлично, летим. О, нифига, моментальный вырос, средний тоже. Начинается какая-то извилистая дорога. Ехать еще 180 километров. Интересно, прямо можно проехать? Тут, наверное, спуск дикий. Ну, там по-любому невидимая стена. Если бы не было здесь невидимых стен в игре, я бы туда полетел сейчас вниз. Я бы даже не тормозил, наверное. Устойчиво держится, конечно. Потому что тормозить со скорости и в повороте еще. Обычно это приводит к опрокидыванию. Но не сегодня. Но хотя у нас такое уже было, что мы так тоже говорили, типа, блин, прям устойчиво-устойчиво, а потом в каком-то повороте просто убираемся. Потому что это торможение еще на спуске было. Но я сейчас не пытаюсь, если что, прокинуться, просто пытаюсь по фасту вписаться. Доход от водителя Мартин. 192 евро, понятно. Зарабатывает просто миллиарды. Хорошо. Два-четыре А. Что это значит? Что это за дорога такая? 24А. Как номер дома какой-то. Пьер. 3800. Блин, мы никак не насоберем на новые грузовики. Потому что у нас пробеги по 300 километров. Так, 120 километров осталось. Летим уверенно. Ну, 120 это такой предел, можно сказать.
для этой Скании, потому что больше она ехать не горит желанием. Блин, там кто-то что-то заработал или что там было, пропустил. Этот момент. Почти 130. Я думаю, сейчас подъемчик будет. Потому что ландшафт какой-то такой непонятный. Встречка. Разменемся? Разменемся. Нормально. Я всегда так делаю. Сорок, нифига себе, это рекорд, по-моему. По-моему, это дикий рекорд какой-то. Успеем. Ух ты, блин. Нифига я подпрыгнул. Ого. Что там было, тоже переезд? Я не увидел. Трамвайная, трамвайная ровненько проезжается. О, вот здесь мы уже не были. На зеленый летим. Видите, ничего не нарушаем. А, ну, подумаешь, один красный. О, тут уже почувствовалось. Тормоза и... Остановка. Остановка. 0%, все хорошо. Все под контролем. Могли тупо остановку снести. Блин, знакомое место. Вспоминаешь сразу крю и GTA... Какую... Сан-Андреас, там где вот подобное место такое, типа по набережке, когда едешь, а в Сан-Франциско, здание вот похожее, напоминает. О, трамвайчик. Этот, одноглазый. Реклама ЕТСа, в ЕТСе. Выглядит странно, конечно. Но ок, ок. Кольцо интересное, да, такое? Я такого никогда в жизни не видел. Наверное. Хотя, по-моему, в Днепре есть похожее. Или в этом, в Днепродыме. Могу ошибаться. HR. HR какой-то едет. О, нифига ты, блин, притопил. Так, это походу новый город какой-то или нет? А, не. Блин, там столько мест всяких. Дороги такие извилистые. Но вряд ли там прям супергорная местность. Дафиг, автосалон. Кадровое агентство. Где здесь слева на рынке, что ли, кадровое агентство? Мерсик, А-класс. Сейчас кто-то повернет, а мы его снесем. Я вас понял. Обычная дорога через деревушку. Ух ты, блин. Ух. Зацепили, прикинь, но я даже не почувствовал. Но встречку не цепанули, а того точно цепанули. Копы на чем-то поехали, по-моему, на Фиате. Да чё? А, недостроенное здание. Я думаю, что там за антенны торчат на крыше. Оскар. 4650. Отлично. Людык. Вот, блин, Людка. Минус 350 Людка заработала. Опасный момент. Очень опасный. Но мы удержались на колесах. 8 камере. В камере, короче. 8 камер. Бронислав. Не может, понятно. Хочет, но не может. И чё там? Сколько? Ну давай, блин, у меня поворот. Девять... Сколько? 923. Нифига ты, блин.
пропивает все бабки мои. Ну вот, Энце, 6800. Это нормальный доходик. Адам, 2300. Блин, вот зарабатывают ребята. Ой. Там было бы эпично туда наехать. Отлично летим. Ну, 19 километров осталось. Мы, походу, уже в городе или нет? Джефф. Двушка. Мимо копов. 140. Так. Ну что? По-моему, пора тормозить. 23 из 30. Во, работает система. Так, нам налево. Пропустим, пожалуй, пелёчка. Давай резче двигай своей жопой. Чпоньк. Enter. Не парковать. Подтвердить. Великолепно. Превосходно. Beautiful. Так, грузы. Заказы. Сейчас посмотрим, есть ли вот этот маршрутик. Ой, а куда мы ехали? А, вот мы по Румынии катались. А куда? А, вот отсюда, из Бекау. Ух, ни хрен на се. А куда мы смотрели? А, это из Брашева должно быть. Брашев там, типа. А, ну это туда-обратно. Такое себе. Так, здесь у нас что-то появилось. Коротенькие нет, а вот здесь, если посмотреть, вот не хотят нам давать такие маршруты, чтобы у нас была поездочка сюда направо. Отсюда есть коротенькая наверх, а вот отсюда есть. Подожди, а вот это дороги? А, это тоже дороги. Ядрить, колотить. Далеко, 400 километров. А вот отсюда. Жаль, нельзя выбрать пункт назначения. Не, его можно выбрать, но когда город уже открыт. А когда города, когда город не открыт, ты не можешь выбрать. Тут все подряд будет. Сочлененный самосвал. Бывает. А во, а если направо? В Тиамшора. О, 340 км, смотри. Хуня... Хуня чё-то. Тюки соломы. Тюки. Тюки. Тюки, тюки, тюки. Поехали. Еще один маршрутик. Почему бы и нет? Откроем плюс одну. Худой конь какой-то. Ноги больше, чем туловище. У коня ноги или лапы? Так. Это. Чё? А, F3. Вырубить. А дети... Ты всё. А нафига тюки соломы? Вот... Что, это ревка? Что? Нет, это не ревка. А нафига в таком? Нельзя было что-то попроще взять? Или это, чтобы их ни с кому не сделал никто? Мы, наверное, по этим дорогам даже катались. Да, мы катались. Почти. Почти катались. Через границу снова ехать. Ну, как обычно. Ну, поехали. 350 км вроде немного. Ман, есть какая-то это? 480. 480. Слабенький. Ну, а что поделаешь? Ничего не поделаешь. Полетели. Так, а что мы можем наклацать? Топливо, расход. Ну, как обычно, наверное. Нифига расстояние. 342 тысячи км. Накатали. Кто-то накатали. Накатал. Расход. Сегет. Сегет. Как какое-то арабское имя. Сегет. Упс. Ой, нет.
Зараза, надо по встречке ехать. Так, ну чё. Опа, 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 опа. Скаут, нифига. Смотри, реклама Шкода. Дофига, делаем. Делаем дофига. О, Шкода свалила. О, нам налево тоже. Ну, хоть вписаться как-то. Блин, он нифига не поворачивает по сравнению со Сканией. А сколько веса тут? 15 тонн. А там сколько было? Зерно. Ну, зерно тяжелое. Там 20 тонн явно было. Зерно вряд ли будет 10 тонн. Хотя, такая игра, что может быть что угодно. Зерно обычно грузят до хренища. Тоже, кстати, нам что Скания попалась, старая модель, что МАН. Вот мне непонятно. Вот они типа карту переделывают некоторые куски. Некоторые куски все еще остались. И вот эти еще древние с 2008 года. Еще с первого ЕТС. И вот мне интересно, почему они грузовики не перерисовывают старые? Хотя бы салон. Потому что он максимально всратый. Или типа они не хотят париться. Типа мы переделаем и все. И не продадим это. А то, блин, грузовик миллион всяких. Могли бы старых каких-то нахрен начать сюда там. Вольвешников древних, еще что-нибудь. А так в игре тут, блин, выбор. 5 грузовиков и все. Не на чем даже кататься. Так, нам направо. Реально хреново поворачивает. Еще и так наклоняется. Мне кажется, можно его завалить на бок. Так, 300 км осталось. Не знаю, какая максималочка у него будет, но мне кажется, он слабее Сканей. Ну так, по ощущениям. По трассе видно будет по максималке. Если свободно побежит больше 120, то как бы, значит, веселее. Но по рулежке явно он хуже. Скания прям весело рулилась. Возможно, за счет того, что Скания двухосника, здесь трехосник. И плюс на спарке две оси. А там одна ось получается на спарке. Поворот налево запрещен грузовикам. Какого хрена? А, ну да. Типа это, типа мы ж в ЕТС играем на грузовике. И там как раз нет карты дальше. Легковушка какая-то так пролетела там. Не знаю, какая скорость, но полетел он хорошо. Так, ну чё, топчем, 80. Больше не хочет ехать. Ну, это как бы ответ на вопрос. Будет ехать он или нет. Никуда он не едет. Чё у него ось поднята? Он же вроде не пустой. Граница. Так, а что по времени? Четверг. Блин, мы в четверг выехали, в четверг приехали. Сейчас в четверг выезжаем и снова приедем в четверг. Ого, ничего вас так много. Точно. Я что-то поехал, знаете, как будто это платка. Думаю, сейчас проскочим там. Получилось как всегда. Только собака. Влево поехал. Там вообще закрыто. Поехали сюда. Ну и резче двигай жопой. Дождь начался. Отлично. Отлично. Так. Нелегалом границу пересекли. Включаем дворники. Так куда нафиг ехать? Я не догоняю вообще. Ой, сейчас будет стыковка. Так, у тебя знак «Уступи дорогу». Уберите эту хрень. Я не понимаю, куда ехать. Вообще нифига не видно. Мне кажется, налево нужно было ехать.
через парковку. Я ни хрена не вижу. Отбойника нет, но отлично. Вообще ни черта не видно. Да блин, уберите надпись. Задолбали. Разгружают таможенники кого-то. Так, так, так. А, мы сейчас без него не проедем по Бырику. Ну ладно, или мы уже проехали. Я фиг знает, что там сейчас было. Блин, ну туман конкретный. Че по фарам? Понятно. Ёжик в тумане. Но конкретный туманчик. Было бы прикольно, если бы тут еще были погодные условия, типа туман без дождя. Бывает же, бывает. О, 90. Рекорд скорости. Так, нам прямо. Нам 200 километров осталось. Так, слева вроде никого нет, можно объехать в оливешник этот. Идем по приборам, без дворников. Ну, кстати, нормально все видно. Это не дальнобойщики, там, где, блин, зальет весь лабаш, вообще ничего не увидишь. Такое ощущение, будто туман сильнее становится. Это что, сверкнуло в игре, что ли? По-моему, сверкнуло в игре. Понятно. Включим, чтобы вы дорогу наблюдали. Ну, как бы дождик тут до одного места. Так, вторая скорость, думаю, будет нормально. Третья не нужна. А, 130. Ну, едет. Едет хоть как-то. Сейчас что-то вычудим, наверное, да? Нет. Ух ты, блин, не вписываюсь, прикинь. Вообще не вписываюсь. Насколько сильный дождь. Просто закладываю, а он летит прямо. Ух ты, блин, блин, блин. Охренеть. Но тюки не сломаются. Тут такого дождя еще не было. Или тут резина какая-то особенная? Но я такого дождя еще в игре не видел. Что просто летишь прямо. Сейчас обгонит и тупить начнет. Как обычно это бывает. Что за тупняк начался? Ремонт дороги? Да, сужение пошло. Сейчас справа какие-нибудь конусы словим. Или нет? Ох, как мы вовремя. Да, тормоза слабенькие. Сколько осталось? 114 км.
Касава. Просто Касава. Туман такой, знаете, вот иногда кажется, что он становится меньше, а потом раз больше. Фиг впишешься еще. Самое интересное, никого нет. Ни встречки, ни попутки. Дорога вроде интересная, такая лесная. О, на выезд на трассу куда-то. Ух ты, блин, бордюрчик опасный. Обычная дорога. Я подумал на трассу выезд. Во, туман проходит. Смотрите, как просто полосой валит от нас. Если скорость будет выше, мы его в теории можем догнать, наверное. Так, первую скорость поставим. Но у нас слишком медленный грузовик, чтобы догнать туман. Так, дождь уже все окончательно. А туман впереди. Давайте пытаться догнать туман. Кстати, тут причем вообще сухо. Асфальт не мокрый, абсолютно. За секунду просто. Но туман нормально нас опережает. А, все, он, наверное, прямо пошел, а он нам тут влево. Обломчик. Хотя нам сейчас снова направо, но тут скорость упала и так далее. Короче, все пропало. Ну да, вон он туда дальше пошел, видно все. Голубенькое. Фурик. Не, впереди. Ограничение 60, нам бы хотя бы разогнаться до 60. Так, 40 километров. Нам направо теперь. Боюсь поворачивать, по привычке уже думаю, будто дождь. Типа не впишемся. Там можно смело валить сейчас. Что-то фурик тупит. А, на заправку. Так, на светофоре налево. По встречке будет очень удобно. Фольс, ты с нами? Уже нет. 1%. Ну, такое. Кстати, сколько нам вообще должны заплатить? 6700. Нормально. 6 тысяч точно дадут. Так что сойдет. Ой, посетите сервис, написано. Ушатались хорошо. Ну, это было ожидаемо. Лететь по встречке в поворот вслепой. И ожидать, что никто в тебя не врежется. А, ну, точнее, никто. Ты ни в кого не врежешься. Это было, конечно, глупо, но по-нашему. Ху.
Хунидуара. Нормальное название. Я уже по-другому хотел прочитать, ну да ладно. Ой. Здравствуйте. Да и F3 нажать, чтобы видеть, куда ехать. Тут столько дорог всяких. Тормоза слабенькие. Логан стик. Заезжаем. Воздух врезался, как обычно. Так, ну все, не парковать. Хорошая работа, спасибо. Ну что, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, с вами был Алекс, и всем пока-пока.